Наверное, Денис Кош продал свою курточку, потому что мы увидели обновку в активе Дениса. Выгодный обмен осуществил Денис, и мы его с этим поздравляем. Да нахуя выжимать, чувак, они забросами играют, блядь. Я веду. Пусть рочат. Пока вам пошлыплю, поэтому. Отходим еще раз. Если бы голову эту оторвало бы вот эту, баня. Можно, можно. Русь, ну 18:00, чтобы я был на шлявке, чтобы меня кто-то там, ребята же будут ехать мимо. Ты где-то знаешь, что не 18? Где-то 18:12. А что с ребятами, со мной или нет? Что там? Ну, или с тобой, или с ними. Кто быстрее стартанет? Она же мимо шляпки едет. Ну, там все в твоих руках. Не, да провод ерунда. Главное, чтобы... Руся, смотри. Мы провод сворачиваем и заносим сюда. И не забираем. Не, не забираем. И сюда, а туда. Сюда. Туда, сюда. А, да. Тогда сюда. Я скажу, что команда не подъедет. Тогда в машину все. Не, машину, да. Да что у нас за вообще там выход на резерв. Я пойду, вообще. Пол, команда «Уличная еда». Желтая карточка для Лениченко Сергея. Второй командный провод для команды «Уличная еда». Здравствуйте.
если его Фокс возьмет, и все. Дальше, то ли? Да. Я не вижу вообще нашей команды. Еще! Еще какая! Да, можно!
Я вообще никогда не рассказывал.
Счет 2-1 в пользу команды UMG. Вась, минуту скажи, пожалуйста.
Аккуратно! Матч окончен с счетом 2-1 в пользу команды Юнгер. Не, я так понимаю, это одно какое-то. Это, видимо, чье-то. Это, видимо, одно. Начните, если вы не попробуете.